Всем привет, любителям скидок! И сегодня прогуляемся с вами по АТБ, покажу вам некоторые акционные товары в магазине, а также что я купила по акциям. И не переключайтесь, впереди вас ждет покупочки и акции из Watsons и магазина Ева. Небольшое включение из АТБ по новым акциям на этой неделе. Я взяла бананы по хорошей цене 21,59 за килограмм. Взяла на 12 гривен. Небольшая покупочка, совсем пару позиций по скидке. Пюре Гербер, вот это вот сейчас тоже по красной цене. Я взяла яблоко манго 90 грамм. Оно стоит 19,40. Тоже хорошая цена. Дальше вафли Nestle Line сейчас по скидкам по 7 гривен 10 копеек. Вот такие вот. Белый и темный, да. И последний, это очень вкусный вафельный торт. Домашний Свято он называется. 22,30 тоже по скидке. Сейчас вам покажу, они обновили упаковку. Я его сразу и не узнала. ДС, домашний Свято. Вот так вот. Вафельный. Там 5 вот таких вот порций находится. Очень-очень вкусная вещь. Все, получилось на 68 гривен. Вот такая вот небольшая акционная покупка. А это акции в магазине Ева. Акции на крема для рук из Folio корейского производства. Love Beauty and Planet. Скидки на лосьоны для тела. Также нашла Ладор, это филлер, который я показывала как-то в видео. Есть такая упаковка из 4 филлеров корейских, 171 гривна. Кстати, хорошие очень цены. Еще нашла вот такие вот для волос Ладор. Также от Ладор есть шампуни, кондиционеры, бальзамы по очень хорошим ценам. И мои любимые бессульфатные шампуни от GX по скидкам. Также мне понравились вот такие интересные гели для умывания. Не знаю, как они в действии, но дизайн прикольный. И еще одно мое включение. Покажу небольшие покупки косметические. Watsons и Ева. Значит, сейчас в Watsons проходит очень офигенная акция на маски. Корейские, значит, акция называется 2 равно 4. Значит, берешь 4 корейские маски, не любые, а те, которые предоставляет магазин, там определенный выбор, и оплатишь только за 2. Вообще, во, бомба, акция, огонь. Поэтому я взяла всех по одному виду. Значит, цена одной стоит 29,90. Две масочки, получается 60 гривен, да? Но за 60 я получаю 4 штуки. Поняли, да, систему? Значит, что я взяла? Это две тканевые масочки, я уже когда-то их брала. Это, значит, вот такая с арбузиком. Корея это Велкос. Вот такая вот маска Фрудиа с улиткой. Вот, Royal de Snail. И взяла... Фрудия, торговая марка Peeling Disc. Это когда-то я вам показывала скиник, у меня есть даже видео, тест-драйв на такую салфетку. Классный, кстати, пилинг, я не знаю, почему я их так давно не брала. Я думаю, что Фрудия не хуже. Значит, здесь специальная рельефная поверхность для эффективного отшелушивания омертвевших клеток и сужения пор. Ох, как я перевела синхронно, прям супер. Значит, вот, пор пилинг Big Pad. То есть это то же самое, как скиник. Вот салфеточка желтая. Кто не видел, перейдите по видео. У меня есть целое видео посвящено такой салфетке, только от скиник. Фрудия. Здесь идет зеленый виноград. Серия. Класс. Я думаю, что будет классная. Это тоже Велкос. Это Велкос. Корея Велкос.
И еще взяла от Фруди вот такую вот масочку интересную. Видите, такая саше. Ночная маска для лица. 5 миллилитров blueberry honey. То есть это экстракт черники и меда. Я надеюсь, на мед не будет аллергии. В общем, интересно. Это именно ночная. Я так понимаю, что она не смываемая, эта маска. Как ее использовать, значит, я вам расскажу позже. Что-то я пока не вижу. Да, нашла. Значит, нанесите на кожу лица вечером, а утром смойте теплой водой. Вот такая вот ночная масочка. Я думаю, что они тоже будут классные. Потому что Фрудия вообще, вот это Велкос, да, классная фирма, очень хорошая, корейская. Поэтому вот такой вот у меня был закуп небольшой в Ватсонсе. Поэтому всем советую. Можно также на сайте, по-моему, тоже действует эта акция. Не знаю, посмотрите. Еще пробегом бежала, знаете, как в это, козочка. Бегла через месточек, там ухватила. Ватсонс пробегала, Еву пробегала. В общем, в Еве пробегала. Заглянула, наконец-то, в отдел декоративки. Всегда нет времени. Вот всегда куда-то летишь, куда, непонятно вот вообще. Поэтому нет времени особо там стоять, рассматривать, что-то мазюкать. Тем более, мазюкать я боюсь. Были тестеры, то есть тестеры не убирают. Тестер есть, но я его так аккуратненько развернула, посмотрела цвета. Они все смазаны, думаю, еще кто-то своими губами их облизывал 100%. Вот, с коронавирусом. Поэтому... В общем, особо цвет наугад практически брала. В общем, мне понравилась вот такая помада Ламель Лакшери, просто Лакшери за 40 гривен, я вам говорю. Professional Makeup, не знаю, я просто знаю, что очень хвалят эту фирму везде, да, в ТикТоке, в Ютуб, везде-везде, что Ламель это прям профессиональная, действительно бюджетная марка. Ну, подростки все висят точно на этом Ламель. Не только подростки, значит, по акции, сейчас я вам показываю, вот я приобрела эту помадку, просто как бы попробовать, 44,99, пожалуйста, вот, Ламель Проф Люкс, думаю, ну, грех не попробовать, тем более мне нужна помада, значит, тон 402 Rose Sand, знаете, такой вот хотела, приглушенный, неяркий, мне он показался очень красивым, кстати, чем-то чуть бледнее, чем мои ногти, да. И сейчас я открою и покажу, потому что, говорю, я даже не делала никаких, не пробовала ничего, потому что в магазине боялась. Помада для губ увлажняющая, Ламель Лакшери. Не, ну вы представляете, это только я так могла умудриться открыть помаду и ее чуть-чуть сбить. Это вообще... В общем, вот так вот. Чуть-чуть ее видите? Это я ее уже покоцала. Боже, еще такая жара, ой-ой-ой, она у меня просто разжарилась. Это я понимаю, что от жары, потому что сегодня 30 градусов, я ее везла из Киева, она просто расплющилась практически. Аромат, кстати, очень приятный. Мне понравился. Я, кстати, чуть понюхала в магазине Ева, потому что еще там были Белор Дизайн, вот эти белорусские. Ну, не прям совсем такое хлюпенькое, все как-то глянула. И запах мне не понравился у белорусов, поэтому решила взять вот эту вот... Ламель. Боюсь, чтобы она вообще не сломалась, потому что она вся мокрая в пупырышках. Вот такой вот, видите, да, действительно похож на цвет ногтей. Вот такой вот неяркий, но очень красивый. И запах, аромат прямо мне на руке. Я уже чувствую этот аромат. Очень нравится. И она, знаете, как бальзам для губ. Она сильно увлажняющая. То есть я вижу, что она не будет подчеркивать шелушение, а будет увлажнять губы. Вот смотрите, какой цвет. Мне нравится. Мне кажется, она мне очень даже зайдет за 44 гривны. Тем более, вот такая вот помадка.